Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сохранить свое здоровье мы можем только путем благодарности, то есть благодарить Аллаха за свое здоровье. А что означает благодарить Аллаха? Это означает не совершать поступки, которые бы навредили, которые бы испортили нам наше здоровье. И означает делать и использовать свое здоровье только на совершение благих деяний. Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Вот ваш Господь возвестил, если вы будете благодарны, то я одаряю вас еще большим, а если вы будете неблагодарны, то мучения от меня тяжкие». Поэтому дай Аллах Субхану ва Тааля, чтобы мы сохранили свое здоровье, благодарив Аллаха за это великое благо.